Всем привет! Это снова я, снова мой канал и снова Diablo. Diablo 2 Resurrected. Продолжаем сегодня проходить аддон к этой игре. Это как-то туго идет. Может быть, попробовать спутника поменять? Тут, наверное, каких-нибудь варваров, крушителей раздают. Ну, вообще, что-то мне даже это тоже не нравится. Ну, он как-то не очень в бой прется. Ай, сука, 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 сука. Убили всех, всех убили. Так. Блять, сколько денег потратил. А! Тупо, очень тупо. Надежда на Малу. Прошу, расскажи ей, что случилось.
Это все не Лилья так. Вот оно что. Этот змей Нелья так подстроил пропажу Ани, а потом заморозил ее заклинанием. Держи, отнеси это зелье Ани и дай выпить. Тогда заклинание перестанет действовать. Спасибо за возвращение, Ани. Чтобы тебя отблагодарить, я создала заклинание, которое защитит тебя от яда и магии. Знаю, это скромная награда, но надеюсь, оно тебе поможет. Поговори с Аней. У нее для тебя срочные известия насчет Нильятака. Так, по поводу всего этого, я вот хочу сегодня заканчивать, и поэтому мне надо сначала зачистить ледяную реку, потому что она у меня не вся тут пройдена. А потом ведь еще на ледяной реке есть проход альтернативный, не на ледяной реке, а в ледяных пещерах. Там же есть еще один проход, который я пропустил. И я вот насчет портала не знаю, это тупиковый портал или это дальше и сюжета пойдет. Так, ну если это все, то надо, наверное, возвращаться. Ледяную реку я зачистил, значит, надо возвращаться. Ну, этот щит, конечно, очень хорош. Я эту бутылку положу в сундук. Там, правда, еще один вариант есть. Я думаю, на сегодня я закончу. Продолжу на следующей неделе, я думаю. Так вот, если вам понравился этот стрим, подпишитесь на мой канал, прожмите колокольчик, вы не пропустите новый стрим. Также вы можете задонатить мне по ссылке в описании, либо пройдя по отсканированной ссылке по QR-коду, который находится там. На сегодня я со всеми прощаюсь. До скорых встреч. Пока.